Wird wahrscheinlich der Grund sein. Отставить! Это у нас так. Перегибы на местах, не обращай внимания. Мне тебя сюда надо было доставить, и ты теперь под арестом. Но с другой стороны, все может обернуться очень для тебя хорошо. Здравия желаю. Здравия желаю. Вольно. Вижу, жизнь бьет ключом. Так точно. Товарищ Москвин проводит смотр. Опа, сам генсек. Товарищ Корбут тоже здесь? Так точно. Ой-ой-ой. Генерал. Ну, повезло. Как все закрутилось. Слушай, Артем, ты парень умный. Должен понимать, случайностей не бывает. Ты здесь неспроста. Ты много знаешь. И я советую тебе не демонстрировать. А, я Я тебе помогу. Мы ведь с тобой кто? Мушкетеры. Мушкетеры. Один за всех, все за одного. А вот у товарища из ордена девиз другой. Все для нас. Этот ваш бункер, кому он достанется, тому и жив. Это последняя война будет, Артем. И мы к ней готовились. У нас сила. Не, не wirklich. Ich will eigentlich nur den Schwarzen wieder, damit wir wieder hier Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ja, scheiße. So wie die sich ansehen, sehen sie aus wie Terroristen mit den Masken. Das sage ich lieber nicht zu laut. Hallo. Здравия желаю, товарищ генерал. Товарищ Морозов? Рад. Я думал, вы пропали. Смерти храбрых. Был в плену, Вячеслав Андреевич. Вот, рейнджер спас. Какое совпадение. Лесницкий, вы же тоже блины. Рейнджер, его знаете? Так точно. Это Артем. Доверенное лицо. Они вместе нашли Д6. И потом он отличился. Во многих операциях. Ну что ж, рад знакомству, товарищ Артем. Думаю, нам есть что предложить друг другу. Доставьте, товарищ. А, Verhandlungsraum. Zwinker. 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 Ich glaube, es wird noch ein bisschen länger noch. Давайте-ка, молодой человек. Ich glaube, ich mache einfach eine Doppelfolge draus und schneide es noch. Also 30 Minuten aufnehmen dann. Und so. Известные вам мутанты-телепаты черные представляют огромный научный интерес. Вы расскажете все, что знаете о них. За это обещаю вам жизнь и работу в вашем же ордене, но на меня. Будем как мушкетеры. Один мушкетеры. За Генеральный секретарь ЦК КПМ, товарищ Москвин. Этот генерал, hat man zum Beispiel rausgehört. Разговор к тебе. Я, Татбат, Юма. А это у нас что? Очередной враг революции. Хм. Отлично. Как вы верно отмечали, Лёня давно пора. Я total vertrauenswürdig aus Uniform, so ein schönen Bart. Вообще-то мы собирались наставить. Все эти ваши сыворотки правды, хитрые машинки, пустая трата времени. Дайте-ка я тряхну стариной. Ну, гнида, говори. Давай, выкладывай все, что знаешь про Д6. На! Алло, wie laut ist es? Молчишь? Включайте его! Говори, гнида, пока я тебе яйца не отрезал. Все ваши явки, ставки, пароли и всю прочую лабудень. Папа, зачем ты его так? Это называется допрос. Допрос. Обычное дело. Что? Когда ты играешь в куклы, такого не делаешь? Сучоныш! Нет! Власти без крови не бывает! Бывает! Твой брат правил без крови, и его до сих пор стоять, любят! Стоять! Я сказал! Вы... Давайте на вас. Делайте, что хотите, но вытянуть из него все и пулю в затылок без этих соплей. Потом ко мне. Есть разговор. Вернись! Вернись! Леонид был прав. Зачем? Похоже, наши отношения безнадежны и испорчены. Но тут на помощь приходит наука. Одна инъекция, и вы все расскажете.
Wow, das ist cool gemacht. Ein Rückblick oder wie? Mit allem, oh ja. Ah, ein Rückblick. Was damals alles passiert ist. Ah, jetzt kommt, glaube ich, die Stelle noch vom Comic. Slow-mo, bro. Du, Alter. Отправляйся на Венецию с группой. Расплатишься там с местными. Реши их вопрос окончательно. Понимаешь, о чем я? Так точно. А с черным что делать? Да, черного обнаружили. Подробности в конверте. После Венеции сразу за ним и... Венедик. И рекомендую больше меня не подведу. Das Venedig gemeint, was wir kennen. Не подведу, товарищ генерал. Не подведу. Пошли они все в задницу. И папаша, и Корбут, и Морозов, и революция, и мое большое будущее. Я так не хочу. Я все равно так не смогу. Пускай расстреляют, чем как папаша, родного брата. А вы там, если выберетесь, ну, живите. Вот, давайте сюда. Там свобода. Уж я-то знаю. Я по этим трубам отец. Ну, удачи. Ja, Spinnenweben. Ich habe meine ganze Kindheit darin verbracht. Danke. Mach's nicht besser. Magic Mushrooms. Es sieht einfach cool aus mit dem Gang. Okay. Schleit den Geheimdienst. Глава, а информацию упустил. Проклятый. И Полис, и Ганза, и даже нацисты чертовы уже все знают. Крыс мы переловим, а война все равно неизбежна. Неизбежна? Знаешь, я и Политбюро сомневаются. Сомнения — признак страха. Как ты смеешь? Ты председатель госбезопасности и подчиняешься мне. Да, да. Но когда мы в шаге от окончательной победы революции, вы не имеете права нарушать план. Я не имею права! Я... Вы ведь всегда прислушивались к моим советам. Okay. Как, например, быть с вашим братом и после его безвременной кончины, Кинзек, вы. Теперь я снова даю совет. И лучше вам будет снова... Tja, muss ich mal einen anderen Bart wachsen lassen. Знаете, товарищ Москвин, либо мы с вами одна команда, либо каждый сам за себя. Но число достоит вообще это чертово метро, всей кровище, которую мы пролили. Ну. У меня есть способ сделать все без. Я will den Schwarzen haben. Хорошо. Oder irgendwas damit. Политбюро я беру на себя. Ich wette, er will dann nämlich diesen Schwarzen haben. Допрыгаешься еще. Um dann irgendwie seine Kräfte zu nutzen und damit das zu beenden. Bestimmt wird dann das so ein Wettrennen davon. Не имеет шансов. Вот если с поверхности, через церковь, потом катакомбы. Зайти в спину. Тогда, возможно, с основного направления и не встретиться. Okay. Потом зачистка. Смирно, товарищ генерал! Бойцы, на вас возложена ответственная задача. Вы знаете ровно столько, сколько должны знать. Вы должны помнить две вещи. Первое. От вашего успеха зависит победа. Второе. Операция засекречена. В плен вы сдаваться права не имеете.
Вопросы есть? Можно ли нарушить радиомолчание после захвата объектов? Только в крайнем случае, только на кодированной частоте. В случае контратаки противника, объекты удерживать или отходить? Удерживать. Активное противодействие не предполагается. Товарищ генерал, вы приказали убрать все знаки отличия, но потом нам выдали флаги. После победы и получения сигнала поднимите флаги над захваченными объектами. Еще вопросы есть? Никак нет, товарищ генерал. Ну, удачи, орлы. Служу красной линии. 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 Как решается? Чес, чекаем его. Теперь я нахожусь в настоящих паучьих катакомбах. И генеральный секретарь Москвин до уровня главного паука не дотягивает, явно уступая генералу Корбуту. Знать бы, что он задумал. Что доставил ему Лесницкий из Д-6? Что должно уничтожить врагов революции? Пока сплошные вопросы. Ясно одно. Информация о черном у Павла. Теперь он моя цель. Oh, ja. Dann werden wir mal hier Revenge geben. Zack. Jetzt wieder unsere Waffen. Was ist das denn? Nehmen wir mal eine neue mit. Habe ich sie jetzt mitgenommen? Ich glaube schon. So viel Munition nimmt die noch mit. Wow. Jetzt habe ich ja auch meine Waffen gepimpt. Sind die immer noch gepimpt? Ja, die sind immer noch gepimpt. Ja, gut, das ist ein mehr oder minder kleine Logikfehler, muss man schon sagen. Ah, passt schon. Wir dann einfach die Folge in zwei Stückchen schneiden. Das blendet voll, aber der sieht mich nicht, weil der Kegel nicht so weit geht. Так, мужики, спокойно. Не спеша, пошли. Ну что? Der überlebt es aber. Теряем людей. Товарищи, у нас потери. Ну-ка. Плен не брать. So, ist mal wieder Ruhe im Karton. Wie die Leichen dann sich nochmal so bewegen, weil ich die Munition mitnehme. Oh ja, Logic. Aber wir werden dann, wo wollen wir überhaupt hin? Weiß ich gar nicht. Pavel suchen, stimmt. Wir haben Pavel dann erst in, oder Pavel, weiß ich, wie man den ausspricht. Erst in der nächsten Folge suchen. Denn das war's auch schon wieder von der 13. und jetzt auch der 14. Folge unseres Let's Plays zu Metro Last Light. Und dieses Mal ist keine Fehlermeldung gekommen. Ich liebe dich, Windows, dass du mal die Fresse halten kannst. Wir werden uns in der nächsten Folge wiedersehen. Lifemaker over and out.